Ребята, всем привет! Ребята, сегодня будет необычная тема. Сегодня мы покидаем без кимоно. Очень часто мне задавали вопрос, смогут ли дзюдоисты, ребята, которые занимаются дзюдо, бросать без своих курток, без своих дзюдоки. Сегодня мы вам это продемонстрируем, покажем. Так что, погнали! Ребята, такая тема была на этот раз. Спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить пальцы вверх. Лайки с вас. Комментарии, делитесь, пишите свои мнения. До новых встреч. Всем пока-пока.